Насрал ТВ продолжает свой эфир. Да-да-да-да. Фиарсту рахит вобури гетау. Язык нормальный. Эпизоды. Вот это, да? Вобури гетау. Эпизодическая игра в жанре психологического ужаса, в которой каждый эпизод представляет собой короткую историю, рассказанную теми, кто выжил. Ля, сука. Нужен кофе, чтобы закончить день. А, это офисный червяк. Кофе. Где у них кофе обычно? Надо найти кофемашинку. А, вот смотри. Ну? В смысле? Еще сам должен аппарат этот, вы чего? Это капсульный кофе, параша. О, пошел процесс. Посрали. Ты че, ебать? Урод ебаный, сука. Простите, мам, я не знал, что вы здесь. А, мэм. Как операция прошла? Слышал, на яйцо гирю подвешивали. Было дело, было. Было, было. Почему ты за женщину играешь? Спроси у него, что игру сделал. Одна из моих друзей по колледжу Майк предложил нам съездить на выходные в сельскую местность штата Вермонт. Что звучало как идеальный перерыв от работы. Моя подруга Нора тоже быстро согласилась. План был прост. Мы арендуем небольшой домик, заканчиваем смену пораньше в пятницу, уезжаем и возвращаемся в понедельник. Майк заехал за мной. Бля, дебил. А как ответить? Да я еб... Как ответить? Заезжаю в гараж, ты на месте? А, о, привет! Объявление ко всем работягам Counter-Strike. Открылась вакансия рабочего на скинозаводе. Обязанности, значится. Первое. Заходить в ивент Epic Drop каждый день на протяжении осени и получать халявные предметы в скиногенераторе каждые 2 часа. Второе. Улучшать скиногенератор за шестеренки, чтобы скины были дороже. Третье. Работать на конвейере кейсов и открывать их за шестеренки. Там много чего интересного падает. Кейс открыть стоит 10 шестеренок всего. Нормально получается. А шестеренок этих вам отсыпят аж 1000 штук на первой же смене. По обязанностям все. Подать заявку на работу мечты можно по ссылке в описании. Пока мисс места есть. Бля. Ить. Ты все еще так обнимаешь людей. Почему бы тебе не обнять меня так, словно ты скучала по мне? Ты хорошо выглядишь, как и ты, Майк. Спасибо, что подобрал меня. По-другому и быть не могло. Будет приятно, если в дороге у меня будет компания. Этот старый грузовик. Погромче говори. Заткнись. Бля, знаешь, ведь так этот плохой мальчик через ногу. Ты можешь просто забросить свои вещи на заднее сиденье, и мы еще отправимся в путь. Изи. А ты помочь не хочешь, ты, блядь, кавалер или кто? Я, блядь, должна женщина хрупкая, блядь, таскать тяжести.
Скотина, блядь, на! Пойди отнеси, блядь! Так обниматься, так, сука, мужчина еще, сука, называется, тряпка, ебаная. Я, сука, хрупкая женщина, должна, сука, сама здесь, блядь. Чё, блядь? Как это сделать? Что, блядь? А? Ну ладно, ты готова отправиться в путь? Конечно, где Нора? Она встретит нас там. Угу. О. Ну ладно, похуй, погнали. Йоу, Харп, зацени это. О, пиза маза. Заткнись. Ведь заходи. Спасибо. Бля, сука, пена ебаная. Жрут, падлун. Сколько? Ебать, я охуел, сходи нахуй, я не буду платить. Женщина никогда не платит, пошел нахуй. Просто я не буду платить. Я не хочу, почему я должен платить за этого пи***а, бля? Я женщина, блядь. Мне должны покупать, а не я. Что за мужчина, нахуй? Сука. Ваш номер заказа 27. Займите место, мы позовем вас, когда ваша пицца будет готова. А мне заказали? Заткни ебало. Да. Уф. Чё, уф, мне так жаль, ребят. Чё такое? Чё жаль, в смысле, блядь, чё случилось? Ага. В смысле, блядь? Понятно. Oh, you guys are going to hate me. I have this logo that... Да уж. Что там насчет жрачек? Ничего? Заткни ебало. Видь? Ох, черт, эта пицца хороша. Не могу поверить, что Нора пропускает эту бомбическую пиццу. Приветствую, дорогие друзья. Да пошел ты нахуй. Я видел, как вы подъезжали на этом стареньком красавце-грузовичке. Сказала нет, пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Ты смотри, такси закажи мне. Или машину купи, бомж. Возить его еще, да. Ой. Ребят, сори, вай. Да заеб. Ты пиздец, тряпка. Нормально все.
твою мать, блядь! Тупик-то тут. Блядь, ебать, ты видишь, я дату сделали. Где-то, сука, тут я просто не вижу. Вот, бумперы. Здесь, вот этот, наверное. Короче, дай я выйду. Сиди, параша. Дай я сяду нахуй сюда. Да где, бля? Ты видел где? Там небольшой такой дом, как избушка. Как понять, где мой дом? Как, сука, понять, где он? Не написано, извините. Вот это. Вот он. Да я понял, как выйти, ебаную. Машину покинуть хочу, ебаную. Я хочу выйти, ебать, как оно. Руки мыть после туалета, нахуй, я ж не трогал туалетную бумагу. Ебаная пидаска, блядь, сука, ты чё, ебать? Ты конь? Извините, сейчас перданул немножко. Бля. Ну да, уютненько так смотрится. Хорошая, хорошая. Извините, ребят. Просто не сдерживали. Все-таки 54 года, клапан старый уже. Протертый, зараза. Все, до свидания. Чтоб я тебя больше тут не видел, пи***р. А ебаться мы где будем? О, это за плетушки, может... Вау! Чердак тут есть. Я готова. Бля. Рот.
что-то они не клеют здесь. Маринад, конечно, блин. Пиздец. Ты не охуел? Я столько всего не умею делать. Я женщина, я тупая. Погнали, поиграем, блин. А в машинке не хочет поиграть? Настольные игры тут, что ли? А какие настольные игры, я не знаю. Где? А, ты имеешь в виду Вики на пизде? Ебать, а кто это? Стучали-то на втором. А где он видел игру, он говорил? Где бы выключить вот это? А тут как? Пиздец, кинул меня. О, я пожилой карп. Угу. Тарелку взять. Да я так похаваю, блин. Okay, and while that's cooking, we can start on the appetizer. Gasoline-soaked ramen. Now this is extremely hard. There's a lot of patience and skill. What you will need is gasoline and ramen. This dish really soothes the soul. Almost like a high-end cleanse. We begin
В смысле, блядь, так мой посуду, в чем проблема? Кто, Кора? Я чувствую себя Вика, то есть посудомойка, блядь. Что, блядь, не понимаю. Хуй оно не работает, пришлось взять тарелки, ну взял, а во. А? Что нахуй? И что, блядь? Все, посуда помыта. Мне кажется, чё, блядь? А под твоей кроватью-то где? Ты лох. Надо лестницу, да? В смысле, на улице лестница, вы говорили, там есть. Да нет, это не та лестница, она не берется. Это тоже не берется. Фэк. Все это фэк. Стремянка, хуянка, там не берется ничего. Берется это ничего, ну не берет он ее. Фэк. Да в смысле стремянка, твоя мать стремянка, не берет он ничего оттуда. Вот это может, она большая, она ее не поднимает. В смысле, блять, вы что, девки? Вы что мне говорите, блин? Это не берется. Это тоже. Какая стремянка, блядь? Это большая, тоже не берется. Ты что, тупой или женский? Не могла дотянуться без стремянки, блядь. Пользую подножку позади. Подножку, ебать. Что значит подножку позади? Это типа перевод такой дурацкий. Твоя мать подножка? Подножку использую, блядь. Стул может какой-нибудь, чё? У входа в каморку.
входа, что в этот... Ну, сейчас посмотрим. А. Муата? Ой, лё. Кот. Смотри. Лё. Усыка. Это котик. О, сука. Припиздил. А чё двери не закрываются, блядь? Заперев двери, мы обсудили, что делать, пришли к выводу, что Риком с самого начала было что-то не так. В конце концов, мы решили, что Рик странный, вероятно, безобидный. Мы объяснили поведение крайне... Да помощь, послушай, может быть, здесь отпутнять просто. За хуй. Да иди нахуй, ёпт. Кто это, блядь? Ты кто? Ты чё ты? Чё, сука? Чё тебе надо? Ты чё хочешь, отъебись? Да иди ты нахуй!
чё? Сейчас мы будем заниматься сексом. А не, не хочу что-то. Guys, I think I'm about 70 miles away from Woodbury, and my stinking tire just blew out. It's snowing, hard to see half of it. Get me off the tire. Да похуй, ебать, давай. Пошел нахуй. Ну, сейчас я, короче, усну, и эта хуйня начнет ко мне приходить, наверное. Тот, который, блядь, в пиццерии, что ли, был. Да иди ты нахуй. Чёрт. И чё, блядь? Пошёл нахуй. Пошел вон. Все, я пошел спать, иди нахуй. Thank you.
хочу, блядь. Чё? Чё, я спать пошла? О. Просто оказалось, что типа ответил чел, хозяин дома реальный. Это оказалось вообще не хозяин дома, а просто какой-то чел, который, блядь, типа сказал, что он хочет меня и этот дом. Это что за бред вообще? Наверное, надо будет перепройти эту игру, чуть-чуть другие варианты выбрать.